пятницу в Самарской области будет комфортная, по-настоящему летняя погода. Ясная и без осадков, тепло и даже жарко. В дневное время 26-29 с плюсом, ночью 16-18 выше 0. В Сызрани безоблачно, днем плюс 29 градусов, ночью плюс 18, ветер западный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти ясное небо, сухо, плюс 27 градусов, в дневное время, ночью 17 выше 0. Западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, дневная температура 27 градусов, тепла ночью плюс 16, ветер западного направления 5 метров в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 31%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.